Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую наших дорогих подписчиков! Я приветствую вас на нашей рубрике «Советы от ангелов». Эта рубрика – это прекрасная возможность получить наставления, напутствия и подсказки от наших небесных помощников. Наши ангелы рядом с нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они никогда не оставляют нас. Они любят нас больше, чем мы сами себя любим. Они желают нашего успеха больше, чем мы сами себе желаем успеха. Они ближе к нам, чем наше дыхание. И ангелы знают, через какие ситуации вы проходите, и они хотят участвовать во всех сферах вашей жизни. Развивайте в своей жизни культуру благодарить ангелов и обращаться к ним по любому поводу. И вы увидите, как ваша жизнь изменится. И я верю, что на этой неделе мы получим тот совет, то наставление, которое будет благословением для нас, дорогие. Ангелы, проговорите нам то, в чем мы нуждаемся на этой неделе. И на этой неделе выпадает совет: будь здоров. Ангелы говорят: мы, ангелы, не устаем напоминать вам, что здоровье и сила, в которых вы так нуждаетесь, уже находятся внутри вас. Ангелы напоминают, что сила и здоровье, в которых ты так нуждаешься, уже находятся внутри тебя. Ангелы говорят: будь здоров. Обратите внимание. Ангелы говорят, что сила и здоровье находятся внутри вас. Это очень мощный совет. Это очень важное сообщение. Друзья, о чем говорят ангелы? Я сейчас вам объясню. Смотрите, например, у вас болит желудок, или болит колено, или поджелудочная, или голова, что угодно, какая-то болезнь. Чем больше времени вы размышляете о своей болезни, чем больше вы уделяете внимания, тем больше эта болезнь имеет силу, она у вас закрепляется, и она будет прогрессировать. Это неправильный подход. Правильный подход, когда у тебя есть болезнь, если тебе что-то назначили, принимать это лечение, но про нее не думать, просто относиться к ней, что это не мое, оно скоро уйдет, я с ней не отождествляюсь, понимаете? Не прилипаю к ней, не ношусь с этой болезнью, как со своей любимой женщиной или любимым мужчиной. Да? Ангелы говорят, смотрите, здоровье и сила находятся внутри вас. О чем речь? Вместо того, чтобы размышлять о болезни, ангелы говорят: размышляй о силе и здоровье внутри тебя. Что они имеют в виду? Они имеют в виду, что если ты, чувствуя какие-то недомогания, начнешь размышлять о следующем. Я сын Бога. Я дочь Бога. Я духовное существо. Внутри меня божественная ДНК. Внутри меня космическая ДНК. Есть вечная душа, которая пришла на эту землю. Я не человеческая нечеловеческое существо, которое ищет духовного опыта. Я духовное существо, которое пришло в человеческом теле. Во мне божественная природа. Во мне божественная ДНК. Во мне живет Творец. Творец живет внутри меня. А Творец есть все. Он источник всего живого, всего сущего. Видите, ангелы говорят: будь здоров. И помни, что сила и здоровье находятся внутри тебя. Когда ты размышляешь о своей божественной природе, когда ты размышляешь о том, что ты с Богом одно целое, когда ты размышляешь о том, что божественное присутствие есть в твоей жизни, когда ты осознаешь, что Дух Бога, Его энергия, Его сила, они в тебе, что ты с Ним одно целое. Есть в священных текстах такое послание для нас оставлено: а соединяющийся с Творцом становится одно с Ним. Когда ты соединяешься с Творцом через молитву, когда ты соединяешься с Творцом через медитацию,
через размышления о Нем. Ты становишься одним целым с Ним. И Его божественные энергии начинают оздоравливать и исцелять все твои клетки, органы и ткани. Соединяющийся с Ним становится одно с Ним. И ангелы сегодня дают этот совет. Мы не устаем напоминать вам, что здоровье и сила находятся внутри вас, дорогие. Чтобы закрепить действие этого совета, напишите короткую молитву активацию внизу под этим видео. Дорогие ангелы, помогите мне помнить всегда, что сила и здоровье находятся внутри меня. Научите меня размышлять о моей божественной природе и о том, что я соединен с небесами. Дорогие, это был замечательный совет и замечательное время. Мне было приятно делиться с вами в потоке. И я благословляю вас, ваши дома и ваши семьи. Скоро увидимся. Будьте здоровы!